Только смотри и подпишись. А то я тебе оторву голову и скажу, что так и было. Так, вывод средств, статус оплачено, 75 центов долларовых. Переходим на Payr и смотрим, 75 центов с сайта PayUP Video. Без комиссии 75 центов прилетело. Друзья, всех приветствую на своем канале. Сегодня хочу обозреть такой сайт, как PayUP Video. Значит, здесь абсолютно без вложений можно собирать какие-то доли доллара. Ну вот, не особо напрягаюсь, за 3 денька я собрал 75 центов. Нет у меня ни единого реферала. И сейчас в прямом эфире хочу попытаться вывести их. Вывести. Payr кошелек я уже здесь зарегистрировал. Капча. И отправить заявку. Заявка на выплату добавлена в очередь. Выплата поступит сразу после проверки модератором. Обычно это занимает несколько минут, но может длиться до 72 часов. После проведения нескольких таких выплат вы сможете выводить средства в автоматическом режиме. Закрыть. Что, пойдем сразу на Payr кошелек? Посмотрим. Ничего нету. Пока расскажу, как здесь работать. Нажимаете «Начать зарабатывать». Ну, сначала регистрируйтесь, регистрация здесь наипростейшая. Потом в процессе нужно будет подтвердить свой email. Здесь есть отдельная кнопочка. В кабинете, в настройках найдете. Привязать кошелек, там значит 4 или 5 кошельков. Привязывайте кошелек и значит, начинаете работать. Здесь что, нажимаете смотреть, вот оно видео, включаете просмотр и смотрите, вот 20 секунд это видео. Здесь 20 или 10 секунд нужно смотреть. По окончании таймера вот здесь зелененькие циферки получились и можно закрывать. Закрываем и открывается сразу следующий сайт, тоже на 20 секунд. Опять смотреть и смотрим следующий. И вот так по чуть-чуть зарабатываем. Значит, реферальная программа здесь 28,2. Трехуровная. Вот время подходит к концу. Зелененькие циферки и закрываем. Следующий сайтик на 10 секунд. Звук я выключаю на видео, чтобы не мешал смотреть телевизор. И так потихонечку клацаю, смотрю телевизор, и денежки по чуть-чуть капают. Так что, кто хочет, присоединяйтесь, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ставьте лайки. Всем здоровья, удачи, всего самого наилучшего. Пока-пока.